Доброе утро! Поглядите, какая красота сзади! Ну, а Валентина у фонтана. Картина Валентина и фонтан. Дали такое? Красота! Прелесть! Почти морской бриз, почти. Не смогла пройти мимо шумящей воды. Не смогла. Вы чувствуете через экран силу, эмоцию и эффект? Чувствуете? Любуйтесь. Я прям ближе подошла полюбоваться. Сказала Валентина, идем, поглядим, повпечатляемся и людям покажем. Кто угадал, где я нахожусь? Правильно. Это театр оперы и балета. Город Днепр. Сейчас немножко еще пошумлю вам. Вы просто послушайте. Послушали? Хватит. Доброе утро, красивые, доброе утро, счастливые. Валентина уже в городе Днепр с Дотей на секретном объекте. Чекаю 2 часа. Запланировала себе легкую, неспешную прогулку по окрестностям города Днепр. На посмотреть, полюбоваться, повпечатляться и показать вам немножечко красоты. Вот так сбоку выглядит театр оперы и балета. Кто был? Хоть кто-то был хоть раз? Я надеюсь. Валентина была несколько раз в этом театре. Он немножко подуставший, конечно. Немножко бы ему освежить фасад. Вот там главный вход. А я вам хочу показать, какие пьесы сейчас идут и на какой была и я. Я была на оперетте «Летучая мыша». Смотрите, она тоже прошло. 8 числа была «Летучая мышь». 14 будет «Дон Кихот». Поняли? Балет «Свято» на 2 дии. И билеты, кстати, недорогие. Там от 100 гривен до 500. Поняли? Не надо казать, что дорого. Было бы желание. Лично на меня оперетта «Летучая мышь» произвела впечатление, произвела. Я была очень довольна. Это было, наверное, правда, лет 5 назад. Но все же, я до сих пор помню. Артистов помню, сюжет помню. И что самое могу отметить, взрослые дядьки и взрослые тетки, извините за выражение, дяди и тети, играют так душевно, так, знаете, от души. Так вкладываются и вживаются в роль, что это просто надо увидеть. В обычной жизни у всех проблемы, у всех какие-то заботы. На сцене вы этого не увидите. На сцене вы увидите персонаж, который играет от души. Я так видела, так и говорю. Все, до свидания, театр оперы и балета. Фонтан шикарный. Кто будет в Днепре, обязательно подойдите и сделайте какую-нибудь хоть одну фоточку. А Валентина идет гулять дальше. Не все. Может кто-то из вас подумать и скажет так сам себе: ой, слушай, Валя, это уже так устарело, вот это опера, балет. Нифига не устарело, вот нифига. Это все актуально и поныне. Боже, я не могу. Я не могу пройти мимо такой красоты. Поглядите, как красиво, как сочно, как зелено. Кустики, камушки, все ухожено, все полито. Смотрите, какая зелень, какие елки. Это великолепно. Продолжаем разговор. Поэтому не обесценивайте и не недооценивайте оперу и балет. Вот так. Может, немножко, конечно, не хватает косметического ремонта освежить, но артисты от души, честно говорю. Я проверяла, хоть и 5 лет назад. Потому рекомендую. Я бы с удовольствием сама сходила,
Но у меня сейчас на ближайшее время чуть-чуть не те планы. Вот. А вам смело рекомендую обязательно опера и обязательно балет. Развивайтесь культурно и многогранно. Поняли? Не все вот в тех соцсетях пропадать. Еще раз опера и еще раз балет. Теперь все. Так идешь, идешь, гуляешь, тут раз и сирена, жути нагоняет. Посмотрите, какая красивая архитектура. Палаццы, прям палаццы. А чуть-чуть правее вот так. Все в фольге. Не эстетикс. А вот это, конечно, эстетикс. Эмпорио Армани. Как Джорджио, только Эмпорио. Поняли? В общем, Валентина нагулялась, находилась по магазинам. Я была в Пассаже, вот там обошла все магазинчики. Света нет. А Валентина ждет этот светофор, поняли? Посмотрите, какая красотень. Диамант. Магазин косметики. А, красота. А, мне туда не надо. Я вам показать. Глядите. Косметика and парфюмы. И очень красивая витрина. Как-то так. Посмотрите, какой красивый металлический памятник. Ну, оптика. Поняли? Красавец мужчина и верный пес. Если бы я была с Дотей, я бы обязательно здесь фотографировалась. А так проходим мимо. Боже, эстетика. Зарина. В общем, вы поняли. Нельзя заглядывать по окнам, есть такое убеждение чье-то, а витрины смотреть нужно. Для того они и витрины, правильно? Смотрите, на той стороне этот такой базарчик с этим народным творчеством, картины. А я возвращаюсь уже за Анечкой. Сейчас мы зайдем еще в одно красивое место. Кое-что подегустировать и вас с собой возьмем. А вот это, смотрите, старый-старый поштамп. Представляете, какое взрослое здание. И как хорошо сохранилось, как хорошо эту почту поддерживали. Смотрите, график работы раньше какой был. И какие старинные двери. Поняли? Красотень. Красотень. Не, ну он сейчас тоже работает. Поштамп. Но раньше, я думаю, это было эффектней. А, даже поштовый мини-маркет был. Двери красивые. Мы в красивом месте. Можем мы в тенечек туда присядем? К этому, к окошку. Посмотрите, какая красота. Боже. Посмотрите, какая посуда. Какая эстетика. Эстетика. Дотя. По рекомендации Доти, обрати внимание сюда, мы пришли попробовать клубничку в шоколаде в белом. И дубайский шоколад. Представляете? Дотя, бери бокал. За дубайский шоколад.
Поняли? Дубайский шоколад. Нам приятного и вам. Боже, покажи. Та мі-мі-мі, Ань, мі-мі-мі. Это чтобы ты не переїла. Трошки небагато. І шоколадка. Ми заділимо на двоих. Нам много нельзя. Дося, давай, я тебе не снимаю. Ні. Скажешь потом своє мнение, хорошо? Я уверена, это очень вкусно. Это очень красиво. Андрюша, еще, 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 еще. Она свежая. Мы с тобой ели сушеную, это намного вкуснее. Я думаю, 80, да, я тебя не буду снимать. 80... Ты будешь продавать? Нет, нет, 80 гривен штучка. Ну, это перебор. По цене? Да. А, главное, чтобы вкусно было. И очень красивые стаканы. Нет, не хочу. Аня упрямо меня хочет это пригустить, а я не хочу. Вкусная клубника тут. Угу. Боже, прям эстетика. Поглядите. Ах, спасибо, доча. Не зря ты сидишь в ТикТоке. Интересно, что внутри? Тесто, как будто, как будто авокадо. Зеленый. Почему ты не сидишь в ТикТоке? Там весь ТикТок в этом Дубае. Аня, покажи мне разрез. Боже, как утренняя авокадо. Весь ТикТок сидит. Замечательно. И мамы там не хватает, да? Где? Тут очень чувствуются фисташки. Это зелень от фисташек. Это фисташковая паста. Я надеюсь, это все эко, да? Я очень надеюсь, что шоколад действительно из Дубая. Нет. А не из Сильпо. Из Дубая? Думаешь, рецептура только с Дубая? Да. Ну, ингредиенты тоже должны быть с Дубая. Он, короче, здесь эти... Одни девчата. И мама Валентина. Что ты не снимаешь ТикТок? Тоже твердо. Тоже в ТикТок пришли. О, смотрите, какая пенка. Бомба. В общем, чтобы вы поняли, здесь инстаграмное кафе. Здесь самые красивые фоточки, красивая подача. Много красивых девчат. И мама Валентина. Да. А спасибо, Дося. Вы поняли, да? Как называется? Барбери? Берри. Берри. Просто Берри? Просто Берри. А, улица Андрея Фарбы. Так, приходите, девчата. Просто Берри. Просто. И очень вкусно. Мы проверяли. Вот это кафе Берри. Очень красивый вход. Эстетикс, эстетикс. Мамочки с дотями, просто доти, просто девочки, подружки, все тут. Поняли? Мама отметила очень красивую посуду. Эстетикс. И цветочки. Все. А дотя отметила вкус дубайского шоколада, тесто катаифи и свежая клубничка в белом шоколаде. Поняли? Вот так мы наедаем у тебя килограммы. Ах, спасибо, ах, спасибо, Дося, за приглашение. Нашла в ТикТоке и предложила. А мама не имела сил отказать. Потому мы очень вкусно перекусили. И очень вкусный капучино мама выпила. А, вот. Вот так быстренько, чудненько все успели в этом дне. Поняли? Поняли. Мы едем домой. Вам говорим спасибо за компанию, за соучастие и причастие к нашему маленькому выходному влогу. Вот так Валентина вам наговорила. Все, всех обнимаю, целую, до следующего видео. Па-па!